Вчера вот был разговор с директором школы православной у нас, и я сделала ссылку о том, что грех участвовать в вот этих балах. Они опять организуют балы вот эти сретенские. И завязался разговор с директором, и она говорит, ну, предложите, какие ваши идеи, как заинтересовать молодежь к церкви. И вот я говорю, что в первую очередь проповедь, потому что проповедь у вас для молодежи абсолютно отсутствует. Вот какие альтернативы, чтобы дети приходили к вере? Вот что предложить в воскресной школе, может, вот нашей? А почему в школе-то? Вы дома должны заниматься. Дома-то мы занимаемся. Ну, если кружки вот, есть такие по рукоделию, там еще больше нету, проверить надо. А то бывает так, что просто гимнастика занимается, а на самом деле там какой-нибудь буддист, кришнаит ведет занятия. И они начинают медитацию свою проталкивать бесовскую. За глаза, как сказать, подробности-то неизвестно что. Вот я рассылал тут, у меня материал есть, воспитание воспитателей. Да-да, я читала. Ну вот, слушала. Смотрите, что-то расширить надо, может быть. Так, все, спасибо, так сказать, как вот у меня, видите, приезжают, когда дети, у нас все по распорядку, мы знаем, что и как. Вы выбирайте чаще время, чтобы можно было с ребенком помолиться, минуты две даже, и то будет хорошо. А не так, что иди там поклоны положи, да и с ним надо быть рядом. А потом, если рано встали, пусть ложится еще поспит. Сестра про школу спрашивает, что им порекомендовать можно? У нее школьным, вопрос. В школьном только одно. Слово Божие. Без этого ничего не будет. Ну вот что, воспитание воспитателей, там все говорится. Там как раз школа или лагерь, разницы никакой нету. Что много детей. Вот я материал отдал, и кто-то мне тут написал, говорит, я всегда материалы считал, всегда там недостаток, тут недостаток. А тут все просчитал, себе забрал и нигде ничего не мог найти. Согласен на 100%. Потому что это Слово Божие. Я ведь не сам делаю, тоже где-то слушаю, смотрю, сравниваю. А потом уже вместе все смотришь, тем более проверяешь на практике. Вот так. Игнатий Тихонович, вот сейчас каждую субботу начинается покаянный канон. Покаяние двери открой нам. И одни коленопреклонения делают, а другие нет. Как правильно? Не делать. Если там в субботу поклонов нету, как и в воскресенье. Земных нету. Только один день перед Пасхой. Тут правило, очень легко запомнить. В пятницу вечером уже земные поклоны отменяются. Там в двух местах достойно считается, когда Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради. И вот это бескрестное знамение. Легко запоминается. А вот сейчас начнется... Перед Великим постом первая неделя, там и утром, и вечером в церкви делают земные поклоны. Ну, с понедельника это и делай. С воскресенья вечером. В воскресенье вечером будет прощенное воскресенье, уже земные поклоны. Начинается понедельник. По церковному канону, с правилом, с 6 часов по нашему местному времени начинается время уже на понедельник. Благодарю. Спаси Христос. Да, слава Господу. Игнатий Тихонович, добрый день. Добрый. Такой вопрос. Вот на литургии слышал молитву. «Во царствии Твоем помяни нас, Господи, егда придешь и во царствии Своем». Это о чем? Он же уже во царствии. Ну, речь о мертвых идет. Они умерли, мы о них молимся и желаем царствия им и себе. Понял, спасибо, Христос. Да, черта подведена, и желания кончились, события ушли в прошлое. Это одно только
прорвать эту черту и пройти, где Господь нас ждет. Все? Ну что, Георгий?